пакетике. Тут есть помада, тушь для ресниц, лак для ногтей, тени для глаз и много кисточек. Ой, жаль, что мне нельзя ее трогать. Я тоже хочу себе косметику. О, а я ее нарисую сейчас. Надо сначала нарисовать девочку, которой я сделаю макияж. Какая красивая получается. С красивой диадемой. Вау. О, это же девочка Диана. Теперь я хочу нарисовать красную помаду. Ну вот и все. Давай накрасим Диане губки. Вот какие красивые. Теперь надо ей накрасить глазки. Нарисуем тени для глаз. И кисточку. Вот так. А теперь накрасим. Возьмем фиолетовый цвет. Фиолетовый как-то не очень. Может быть, желтый будет лучше. Возьмем желтый цвет. Вот так. Теперь намного лучше. Осталось накрасить реснички. Для ресничек нужно нарисовать тушь. Теперь накрасим ее красивые реснички. Вон какие они стали длинные. Ух ты! Мне так нравится твой макияж, Диана. Я большая молодец. Ребята, а вам какой больше понравился макияж? С фиолетовыми тенями или с желтыми? Напишите в комментариях. Ставь лайк и переходи на другие мультики вместе со мной. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. И не забудь поставить на колокольчик. И тогда ты о видео узнаешь самым первым. Пока-пока.